Водитель бизнесмена Георгадзе, того самого, что расстрелял 4 человек в Подмосковье, по решению столичного суда взят под стражу сроком на 2 месяца. На этом настаивало следствие. Шатайлис Барашвили подозревается в пособничестве, при этом сам он вины не признает. Я не виновен, я не убийца, я не держал в руках оружие, просто попал в глупую ситуацию. В тот день я даже не должен был работать. Перед этим днем мне позвонили, попросили выйти, что я нужен на работу. Я вышел. Вы знали, что в сумке было оружие, которое заносили так администрации? Нет. По словам Элис Барашвили, снимать расправу на камеру мобильного телефона его заставил шеф. Отказаться не рискнул, поскольку тот был вооружен. Водитель утверждает, что сбежал, как только подвернулась возможность. И где сейчас скрывается Эмиран Георгадзе, не знает. Сегодня же в Красногорске прощались с жертвами расстрела. Первым замглавы района и руководителем местных электросетей. Пришло много людей. Они до сих пор не могут отойти от случившегося в этот понедельник.